От Кирова до Рио-де-Жанейро всего 2016 метров. Под этим девизом в области стартует спортивная акция «Олимпийский бег». У жителей области появился шанс попасть в качестве зрителя на летнюю Олимпиаду в Бразилии. Для этого нужно лишь пробежать чуть больше 2 километров. Затем среди участников разыграют 4 путевки. Все подробности далее. 2016 Олимпийский год, 2016 метров. Чтобы получить шанс поболеть за российских спортсменов на Олимпиаде в Рио, жители региона должны пробежать эту символичную дистанцию. Кировская область станет первым регионом, где пройдет подобное мероприятие. Сегодня массовые беговые события и вообще массовый спорт становится частью культуры населения. Бегать модно. Поэтому для нашего региона важно, что именно в Кировской области пройдет событие такого формата. Соревнования будут проходить в 2 этапа. Первый в районах области. 10 лучших бегунов из каждого, 5 мужчин и 5 женщин, попадут в финальные забеги. Исключение составляет Киров. Здесь в финал попадут 20 лучших по результатам мужских и женских забегов. Победители отправятся в Бразилию. Тем же, кто не займет первое место, пояснили организаторы, расстраиваться раньше времени не стоит. В этих соревнованиях, что для меня очень важно, будет полностью реализован принцип олимпизма. Главное не победа, главное участие. Очень важно то, что кроме абсолютных победителей получить шанс, путевку на Олимпийские игры, есть просто у каждого участника. Чтобы уравнять шансы, организаторы запретили участвовать профессиональным спортсменам. Еще одно условие – бегун должен быть совершеннолетним. Пробежать Олимпийские 2016 метров решили и организаторы акции. Правда, вне конкурса, чтобы на своем примере показать, участие в забегах доступно каждому. Олимпийский бег вольется в череду проектов партии «Единая Россия» по формированию здоровой и сильной страны. Я буквально позавчера был в Омутнинске, общался с Юрием Георгиевичем, нашим великим легендарным земляком, олимпийским чемпионом. Приняли решение всем побежать в финале. Кто поедет на Олимпиаду в Рио-де-Жанейро болеть за российских спортсменов, станет ясно 15 мая. Финальные забеги пройдут в Омутнинске, на родине нашего земляка, олимпийского чемпиона Юрия Скобова, который, кстати, тоже вошел в состав оргкомитета соревнований. Все подробности на сайте организатора azimov2016.rf. Никита Тузов, Антон Мамаев, Бюро новостей, давеча.